мы сегодня с вами будем делать буженину. Мы с вами берем 1 килограмм хорошего мяса. Сейчас мы проделаем дырочки в мясе. Отверстия. Отверстия. Мы в мясо засовываем морковку. Шпигун чесноку. С другой стороны делаем то же самое. Пока родителей нет, можно съесть куски морковки. Первый этап мяса готов. Обильно сыпем соль и перец. Обмакиваем мясо вот этой смесью. Лишнюю соль убираем с мяса. Заворачиваем наш кусок мяса в фольгу. У вас должна получиться вот такая плюшка. У вас должно получиться 2 таких плюшки. И самое главное в готовке – это убрать свое рабочее место. Кладем на противень. Ставим духовку на 4 часа и 180 градусов. Можно просто посидеть и подождать 4 часа или взять и сделать все уроки.